Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в The Wild Age. В этой серии нам нужно пройти через парковку под землей, через военный городок, потому что там у нас обрыв. Но перед этим нужно вкачать следующие уровни убежища и мастерской. Я уже собрал тут все, что нужно. Так, тут еще новые скиллы появились. Уклонение увеличивает шанс уклониться от удара врага. Да мы ни разу вроде вообще не уклонялись. Что-то еще есть, уход за снаряжением. Давай, наверное, одно уклонение, тут всего два их можно вкачать, и уход за снаряжением, чтобы у нас броня эта лучше, дольше не ломалась. Тут что, радиус обзора увеличивает? Уход за обувью. Что лучше? Давай радиус обзора. Хорошо. Так, это что? Мастер добычи кости увеличивает шанс выпадения предмета кость из животных. Ну, полезно, конечно, но сейчас не это мне нужно. Урон дальней атаки. Увеличивает урон дальней атаки. Ну, дальняя атака такое. Так, скорость атаки. Это что? Урон критического удара повышает. Да криты вообще почти не вылетают. Это все как-то странно работает. Хранение руды, хранение дерева, мастерство кирки. Давай, наверное, по одному вкачаем. Подожди, ну вот у меня сейчас есть. Я могу теперь так, да? Складировать. А сколько максималка? Сотка. Сотка теперь. Ну, это нормально. Так, и улучшаем мастерскую еще. Ну, тут новый крафт опять же открылся. Дополнительная сумка, инструмент приношения, увеличивающий инвентарь на один слот. Точильный камень, повышающий минимальный урон персонажа на 3 единицы урона. Корм для волка. Невероятно питательное угощение для вашего волка. Я могу волк приручить. Прикольно, приманка, ловушка-приманка. Вот, позволяющая приручить волка. Мы это обязательно сделаем, только сначала нам нужно пробраться через парковку. Так, ну и все, в принципе, давай положим. Нет, батарейки мне нужны. Вот кость я сюда могу положить, что еще такого? Да и все, наверное, остальное мне все нужно. Что-то у меня с оружием все плохо, да? Ладно, тогда это все собираем. Так, и вот так вот. Печка тут стоит, костер тут. И выдвигаемся. Но тут еще один дом остался как раз возле парковки. Давай его посмотрим. Может быть, я все-таки пистолет найду, нет? Так, металлолом. О, генератор. Он пригодится. Все оружейные ящики закрыты. Если бы я знал, я бы оставил отмычку. Давай сразу проверим, можем ли мы сами сделать отмычку. Вроде как там что-то было. Только что вроде открылось. Да? Так, подожди, где это? Вот, отмычка. Всего лишь 10 деталей. Да давай сейчас сделаем. Сейчас все оружейные ящики тогда откроем. Может быть, что-нибудь крутое будет. Так, у меня 55. Так. Давай. Сразу штуки 3. Готово. Так, это обратно положим. И можно, в принципе, собрать. Все, пошли смотреть. Так, выбираем и открыть. Все. Тут у нас военные ботинки увеличивают скорость передвижения и защиту от холода. Я их заберу. У меня скоро эти ботинки уже сломаются. Качественная повязка. И ткань. А это что такое? Динамит. Палка очень старого динамита. Настолько старая, что нитроглицерин начал выделяться из него и кристаллизироваться. Ну, наверное, кристаллизироваться, а тут написано кристаллизовываться. Ну, ладно. Не знаю, как правильней. На поверхности. Избавьтесь от завала на подземном паркинге. А, то есть я и так должен был открыть этот ящик с динамитом, да? Поэтому у меня задание и обновилось. Я бы туда сейчас пришел, но он такой бы сказал, блин, тут завал. Нужно как-то от него избавиться. Этой палкой динамита должно хватить. Так, опять патроны от пистолета. Угу. Еще 12 штук целых. И сигнальный пистолет. Я его прямо сейчас здесь запущу. Препятствие. То есть то, что мы находимся... А, вот еще динамит. Находимся в здании. Давай зомбаря убьем. Черт, не попадаю. Вот. Я не продержусь долго без еды. Да сейчас поешь. Не беспокойся. Так, все, кожа. Кожа с него выпала. Давай сейчас сигнальный пистолет быстро запустим. Угу. В смысле? Использовать. Вот так вот. Может быть, тут еще какие-нибудь здания есть. У нас тут еще и метель. Давай зайдем все-таки.
Тогда сюда поедим консервов. Ты почему есть-то не хочешь? Вот сейчас нормально ест. Так, насыщение. Динамит мне некуда ложить, он не стакается. Еще консервы. Так, так. Мясо мутанта. Шкуру нужно забрать, точнее кожу. Ну и сейчас пробежимся. О, еще сухпайок, еще консервы. Даже не заметил. Сейчас еще пробежимся до других оружейных ящиков. Вот, а в этом оружейном ящике у нас пистолет Имка РД-6. Как раз таки, на который у нас патроны есть. А почему урон такой маленький, 1.4? Это что за фигня? Так, ну, от ткани избавляемся. Портативная печь мне не нужна. А, давай его сразу зарядим тогда. Так, ага, у меня тут стрелы. Ну, стрелы тогда выкидываем. Что делать? Подожди, это вот так вот. Вот так вот. Ну ладно, заберем все-таки стрелы. Раз уж можем. А тут у нас какая-то фигня. Спецшлем Вапор 3. Отличный шлем, который, видимо, носили при работе с радиацией. Химикаты. Патроны еще. Угу. Ну, шлем на всякий случай заберу. Хорошо, так уж и быть. Подожди, а сколько максималка у нас здесь, патрон? 12. Плохо. Однако плохо. Ну ладно, сейчас мы, думаю, вообще без проблем пройдем. Давай сейчас соберем это все. Ух, сколько же хлама у нас. Сколько бы ячеек нам не дали, у нас все равно будет все занято. Так, ага, с этой стороны нужно обойти. Как-то вот так вот. Давай сразу на пистолет переключимся. А где завал? Какое зловещее место. А зачем... Зачем мне динамит-то был нужен? Другая сторона. Странно. Подожди, я эти ящики открыть я не могу? Тут же что-то показывается, что типа рукой взять. Но ни до чего дотянуться не могу. Странно. Ладно, неважно, пошли дальше. Сделал еще 3 отмычки, потому что тут еще один оружейный кейс стоит. Давай его откроем. Тут еще вон дверь, я ее вообще не заметил. Так, а тут у нас дубинка охранника, 11.17. Ну, такое, 11.17. Ну, давай за место биты, наверное, возьмем. Я ее выкину даже. Монетка для торгового автомата. Вот это отлично, электрические детали. Мне некуда их положить. Открыть. Так, что здесь? А что здесь нифига нет? Ну, ладно. Так, что еще я мог пропустить? Та дверь заколочена. Да, нам не нужно. Тут что? Еще один оружейный ящик. Открыть. Я надеюсь на какой-нибудь вообще дробовик. Ага, тут батарейка. Давай ее сюда поставим. Еще одна отмычка, что хорошо. Тряпка, ткань, сигнальный пистолет. Нет. Некуда брать. Не хочу я ничего выкидывать. Ну вот прям даже 2 стрелы эти не хочу выкидывать. Металлолом было бы тоже неплохо собрать. Как все плохо. Ладно, пошли дальше. Так, что тут у нас? Давай, кстати... Нет. Мы даже не можем фонарь. Обломки блокируют дорогу, их нужно как-то убрать. Мы даже фонарь сейчас батарейки нормально не можем вставить. Только в мастерскую, а мастерскую здесь поставить мы не можем. Так, как мне это сделать? Использовать. Наверное, так. Ну да, это сработало. Найти выход, другая сторона. Мне тут обещали то, что очень много будет зомбарей. А, вот, наверное, да? Тут какая-то такая музычка начинает играть. Хотя вроде уже перестала. Вот сейчас опять начала. Повсюду темная материя. Еще динамит. Да мне некуда его брать. Пошли. Так, это довольно большая дверь. Для чего она здесь? Откройте дверь. Какая дверь? Ну, я могу, типа, этот завал расчистить. Давай. Он сам бросает, блин, я даже не успеваю прицелиться. Так. В эти двери могу зайти? Ну да. Использовать. Слишком много зомби, нужно бежать к выходу. В смысле бежать к выходу? Давай, аптечка. Ну и все. Больше места у меня нет. А
А где много зомби-то? Лестница. Блин, ну вот что с камерой не так? Мне вот так вот близко, что ли, ее держать? Ну, с пистолета нормально. 2-3 патрона, и они готовы. О, кости, сухожилия, шкуры куда-то нужно собирать. Ну, давай сухпайки съедим. Пофиг вообще. Переедание? В смысле переедание? Чем мне это грозит? Да вроде ничем. Так, кости собираем. Переполнено. От стрел избавляемся. Это важнее. Так, кожа тоже. Куда кожу-то положить? А, монетку нет. Кирку давай выкидывать. Да, что-то ее опять-то поднял. Руду, наверное, с собой не надо было брать. Очень много мяса мутанта. А зачем я сюда спустился? А, вот, проход. Ё-моё. Тихо. Ну вот как это? Я ничего не вижу. Нет боеприпасов. О, черт. Это бред какой-то с камерой. Это чтобы мне повысить сложность, да? Так, что еще съесть? Давай типа консервами как-то хилиться. Не хочу бинт использовать. Так, нужно зарядить патроны. Еще 12 патрон. Остальные у меня то ли в мастерской, то ли в убежище. Ё-моё. Давай подниматься. Пришло время найти того парня, о котором говорил Габриэль, где-то поблизости. Кенникот. Добро пожаловать в Кенникот. Найти Кенникот, он расположен к северо-востоку от военного городка. А вы бы мне сказали, где северо-восток? Нет? У меня ж компаса никакого нет. Координаты мне никак не помогут. Ну или я чего-то не понимаю. Так, вон ягоды есть. Ими тоже можно нормально похилиться. Так. А если я обратно буду возвращаться, то там новые будут зомбари меня ждать? О, кстати, вот эти кристаллы, о которых они говорили, да? Но я с ними никак взаимодействовать не могу. Очень много ягод. Грибы какие-то новые, синие. Давай ягоды съедим. Интересные грибы, но ох, это нельзя есть, надо найти им другое применение. Растения, которые можно найти в лесу, выглядят очень сомнительно и явно несъедобны. Хорошо, я их пока брать не буду, они, видимо, для какого-то крафта. А вот это вот что такое? Блин, я кирку выбросил. Давай вот так вот кулаками попробуем побить. Это все та же руда, просто другого цвета. Окей. Так, обратно пистолет ставим. А, так вот у нас где компас-то. Говорю, компаса нет. Так, северо-восток. Это куда-то вон туда, да? Давай побежали. Что это, черт возьми, такое? Там какой-то новый волчара, давай его убьем. В смысле, ты куда мачете кинул? Так, пистолетом. Нормально. Мясо сырое, кость. Ну, хорошо. Охоту еще прокачали. Давай побежали к Кенникоту. Угу. Еще синие грибы. Ну, их тут много. Так что не проблема, если что будет пособирать их. Так, подорожник я заберу. А насколько далеко этот Кенникот? Вот опять синий гриб. Давай, давай. Кабаны вроде здесь все еще обычные. Так, городок я пока не нашел, но это какое-то здание. Подожди, если к северо-востоку от военной базы, это значит где-то 38-23, где-то так. То есть мы уже пробежали его чуть правее. Так, давай я зайду сюда. Мне надо побыстрее согреться. Ну вот, как раз тут согреешься. А нет, здесь холодно. Здесь он не хочет греться. Ну ладно, я просто посмотрю, что здесь. Подвижность, одно очко умения. А чё ничего нет? Только кристаллы всякие и все. Тут что? Это что сейчас произошло? Я упал? Во! Система аварийного транзита. Теперь мы можем вернуться спокойно в хаб. Тут мы еще можем погреться и... Тут торговый автомат. Давай глядеть. Чё он нам даст?
Ага. Суперкекс, это не какой-нибудь обычный казуальный кекс, это действительно суперкекс. Хорошо. Ну, фигня какая-то, если честно. Только если этот суперкекс не дает мне какие-нибудь супербафы. Ладно, нам нужно, наверное, сложить все в мастерскую. То места нету. Так, ткань. Опять же, некуда ложить. Здесь все какие-то очень странные. Вот опять же босс стоит. Но он меня достать не может, да? Спуститься. Которого мы убивали. И тут еще зайцы очень интересные такие ходят. Ну-ка, мы найдем какого-нибудь зайца. Нет? Так, северный подорожник, я его заберу. Ох, что-то у нас там все плохо. Давай суперкекс попробуем. Опа, насыщение пошло. Так, где все зайцы? Олень. Ну, тоже какой-то странноватый, да? Угу, мы уже к обрыву пришли, нет? Нет. Так, где этот гребаный Кенникот? Так, северо-восток. Ладно, пошли тогда дальше. А вот и заяц. Я думал сначала на нем грибы какие-то растут, но нет. Он как будто от радиации. Ну, вот это вот как ожоги. Очень странный. Давай попробуем его убить. Он даже от нас не убегает. Ну, халявная кожа. Мясо кролика-мутанта. Нормально. Так, а вот если мы его убьем, это тоже будет мутант. Но он как-то посильнее. Чем обычный. Да, мясо мутанта сырое. Все, больше ничего с него не упало. Печально. Так, ага, еще какая-то фигня. Но это не Кенникот, опять же. А как сюда зайти? Че, никак? Он просто... Это как остров летающий. Никакого моста, ничего. А, вот мост. Ладно. Давай зайдем. Так, металлолом мне сейчас не нужен. Что? Активировать радиостанцию. Необходим генератор. Я столько этих генераторов собрал. Куда они все делись? Так, где там у нас квестовые предметы-то? Вот. Я где-то 3 генератора как минимум собирал. Которые были мне не нужны. Ну, то есть я их даже нигде потом не использовал. Куда они делись? Исчезли? Не, ну это не смешно. Так, деревянный ящик закрытый, у меня есть отмычки. Ты чё отмычку выкинул? Да. Так, зимняя шапка, химикаты, нет. Это неинтересно. Чё мне тут одна деталь делает? Выкинуть ее нафиг, место занимает только. Ну ладно, если где-нибудь найдем генератор, потом включим. А вот это уже какие-то странные кристаллы. Угу, это головешки. А я по ним попасть не могу. В смысле? Ну вот смотри, прям в него. Нет. Нифига себе у него жизней. Еще и волк увязался. Давай консервы подъедать. Ну-ка, а если мы динамитом кинем? Так, давай, выбирай динамит. Да что ты делаешь? Вот так вот. Блин, перекинул. Черт. Фигово, мне надо побыстрее согреться. Да сейчас согреешься. Так, получен достижение... Новый месяц. Где пистолет? Вот он. За достижением спрятался. Угу. Дерево добылось. Мясо. О, сухожилие. Коготь. Коготь мутанта? Необходим для создания боевых когтей мутанта. Кристалл. Кристалл зачем? Небольшой осколок, полученный из кристального образования, крупнее. Необходимый компонент для изготовления кристальных предметов. А, понятно. Так, надо костер, наверное, разжигать. Так мы далеко не уйдем. Вот в поиске этого городка мне бы пригодился сигнальный пистолет. Так, вот тут проход есть, склад какой-то нашли. Может быть, будет сигнальный пистолет? Я уже устал его искать. Картонная коробка вообще пустая полностью. Тут что? Детали лежат. Ну сколько там деталей? А, по одной штучке, да идите вы нафиг. Так, радиоактивные консервы. Эти консервы не то, что есть, даже попытаться их открыть опасно для жизни. Кажется, что если еще немного надавить, то банка просто взорвется в руках. А давай попробуем ее кинуть. Нет, нельзя. Печально. Я думал сейчас, типа, как бомбу ее использовать. Так, деревянный ящик давай используем. Да что ты делаешь? Опять выкинул отмычку. Это все из-за деталей гребаных.
Хорошо, детали отсюда выкидываем. Угу. И открываем. Ну, деревянные ящики такие себе. Ну вот ушанка, нафига она мне нужна? Хотя, может быть, потом пригодится. Радиоактивные консервы. А чё тут везде радиоактивная еда будет? Так нечестно. Эта дверь не открывается. Хорошо. Так, где мы? О, это берлога. Давай посмотрим. Какие-то ЖД-пути. Тележка. Использовать. Использовать? Не хочет использовать. Ну, что за дела? Странно. Ладно, может быть, здесь что-то надо сделать? Да нет. Хм. Пошли в ту сторону посмотрим. Что здесь? Бриллиант. Ну, бриллиант это у нас есть, он светится, типа. Ну и все. А вот еще ящик. Нет, не хочет он его открывать. Печально. У нас еда уже начинает заканчиваться. Давай посмотрим. Тут вообще вопросик какой-то. Неизвестное здание. Так, как в него войти? Тут кристаллы побили. Ага, пробили. И что? Опа, ловушка. В ловушку я не пойду. Может быть, тут кто-то есть, и я в нее заведу. Как сумка закрыта? В смысле закрыта? Отмычкой сумку открывать, которая еще и выглядит открытой. Ага, зимние ботинки увеличивают скорость передвижения и защиту от холода. Я их возьму, потому что у меня вроде как уже почти сломались мои ботинки. Давай посмотрим. Да, еще чуть-чуть и сломаются. Угу. Торговый автомат, необходима монетка. Сюда я зайти смогу? Ну да. А, опять упал. Так, тут аварийный транзит не работает. Поджечь лужу топлива? А один вопрос, зачем? Зачем мне это делать? Не, ну я пока не буду, может быть у меня тут какая-то битва с боссом будет? А я сейчас подожгу. Но от этого нет смысла. Тут вот бочка типа опрокинулась. Давай сюда, опрокинуть бочку. Еще одна лужа теперь. Так, а тут завал. Можно попробовать взять динамит. И тут завал. Давай-ка попробуем. А как мне обратно выбраться? Все. Понял, лестница есть для этого. Так. Черт. Ну я успел убежать. Я про нее совсем забыл. Давай, ставим мастерскую. Вроде в ней весь мой динамит. Один. Мне остался один динамит всего лишь. Подожди, надо что-нибудь положить сюда. Заяц бегает мутированный. Так, мастерская. Что положить? Коготь мутанта. Он мне сейчас не нужен. Собираем это. И пошли смотреть. Так, так, так. Динамит. В какую сторону? Ну, давай в эту. Не, походу это не сработает. А зачем тогда тут топливо? Ну давай попробуем, поджечь. Он даже не поджигает, может быть мне нужен факел для этого. Ой, короче, непонятно. Ладно, посмотрели тут интересные места. И в следующей серии найдем уже город. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.